Да. Ну что, здесь он полный. Да я его на поводочек сейчас возьмем и походим. Ну, можете на улице сидеть, если вы будете. Пускай прогуляться. Ну, правда, на улице очень. Ну там да, там вот. Очень хочет, но. Сейчас пойдем. Тут плохая улица, тут машин много. А у нас тут парк есть. Угу. Можете. Не, ну сейчас доктора уже придут. Но она опаздывает, поэтому. Ничего страшного. 20, да, да, да. 30 минут у вас есть. Ага. Поэтому можете в парк, если хотите. Вот главный администратор, предупредите, что вы ушли. Да. Дело. Мое сердце растаяло вчера. Да. Забрала бы тебя. Вопрос есть. Да, сейчас. Когда если будет вопрос, да, конечно, сейчас. В туалет ты не ходила или тебя убрали уже? Стой, Мурлок, подожди. Хитрожопый кот. Так, поводочек, ты думал. Пойдем, там другие пациенты. Куда ты? Стой, стой, стой. Все, свобода. А, ну он дошел, все. На улице не понравилось. Все, котик дома. Его выписали со стационара, но антибиотики продолжаем принимать числа до 16-го. Это противовоспаление. Катетер ему сняли с лапки. То есть предложили его оставить, чтобы антибиотик внутривенно давать.
Но сейчас у него с пищеварением вроде нормально, все можно и таблетками, поэтому буду давать суспензии всякие через рот в голову. Да, Мурлок? Что у тебя там? У тебя голая пузика, ты посмотри. Голопузый кот. Да. Только что приехали. Ехали от Веги на трамвайчике. К нам как раз удобно с одной пересадкой на двух трамвайчиках. Из Тушино в Строгино. И там прям рядом с остановкой клиника, поэтому вообще здорово. Вот. Коту больше нравится ехать на наземном транспорте, то есть на трамвае, чем на машине, поэтому я не стала такси вызывать. Бесит, скажи, да. Вот. Так что все отлично.